Нетронутой пожаром по адресу Садовая 6А в селе Засобка осталась только елка, по-прежнему украшенная новогодними игрушками. Долгожданный двухэтажный дом, купленный молодой семьей в ипотеку чуть меньше года назад, сгорел полностью 18 января. Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки. Все произошло очень быстро, мы приехали, наверное, 12 еще не было. Тут уже все... Пожарные работали, как бы, и ну, все, что вот вы видите, так и было. Скорее всего, возгорание началось с веранды, и, наверное, открыли двери, и пламя пошло уже в дом. В это время в доме была его хозяйка, молодая женщина Анастасия, и двое ее сыновей, 7-летний Богдан и младший Алеша, малышу нет еще и года. Выбраться наружу, подальше от полыхающих огнем стен, можно было только через окно. Но, по всей видимости, разбитое стекло только усугубило ситуацию. По словам Александры, невестка, держа в одной руке малыша, за другую вела к выходу старшего сына. Но в какой-то момент он вырвался, чтобы спасти из огня котенка. Анастасия вбежала в полыхающий дом вслед за сыном, но спасти его, к сожалению, уже не успела. Нужна финансовая помощь, потому что Анастасия, супруга, хозяйка дома, и маленький Алеша требуются в длительном лечении. У них ожоги сильные. Лешенька лежит в тяжелом состоянии, глубокие ожоги у него. Анастасия полегче, но как бы тоже лечение длительное. У Насти очень сильно обгорела спина, шея, руки, пальцы и лицо. Помимо финансовой помощи, семья нуждается в мебели и одежде. Женская – размеры 42-44, мужская – 54 размера. Необходимы вещи и для самого старшего сына. На возраст 9 лет, рост 135 сантиметров. Младшему ребенку, который сейчас находится в реанимации, 11 месяцев. Примерный рост 92-98 сантиметров. Также для малыша нужны одноразовые пеленки и подгузники на 10-13 килограммов. Помимо одежды, семья нуждается в большом количестве ранозаживляющего аэрозоля «Олазоль». Вещи можно передать через друга семьи Ирину Семенову. Ее контакты вы видите на экране, или принести их в торговый центр «Фортуна», магазин «Посуда-центр». Оказать финансовую поддержку в семье можно по реквизитам, которые вы видите на экране. Анастасия Шубина, Анатолий Тюльнев, РТК «Забайкалье».